Стиль, моды, вкус для участников этого мероприятия не просто слова, а образ жизни. 26 сентября в Казани стартовало уникальное событие в сфере дизайна и архитектуры «Казан Дизайн Вик 2018». Площадкой мероприятия стала «Казань-Арена». Неделя дизайна объединила лучших специалистов, архитекторов, дизайнеров, представителей строительной отрасли и предпринимателей. Торжественное открытие «Казан Дизайн Вик» состоялось после приветственных слов организаторов и разрезанной красной ленточки. В рамках недели дизайна состоялась пресс-конференция на тему «Город будущего уже сегодня», в ходе которой обсудили возможности развития Казани в сфере архитектуры, градостроительства и информационных коммуникаций. Основной же частью мероприятия стала выставка лучших студенческих работ профильных вузов, участие в котором приняли преподаватели и студенты Казанского федерального университета. То, что мы сегодня представили, это широкий спектр возможностей наших студентов. Разностороннее развитие, да, сегодня студента-дизайнера является, наверное, успехом, залогом конкурентоспособности его на рынке дизайна. На выставке свою коллекцию одежды представила студентка КФУ. По просьбе ведущих одной из программ на ТНВ она создала яркие наряды, которые были бы интересными и необычными для зрителей. Стилистически это нечто новое, то, что, возможно, мы не увидим ни на улице и ни с экранов телевизоров. Это некий такой фирменный стиль, который в одежде, который заявляет и на дизайн интерьера в самой студии. Принт, который вы видите на правой стороне этого костюма, возможно, это как раз намек на то, что это немножечко все-таки восточный стиль. Архитекторы и дизайнеры представили свое видение на элементы декора, отделочных материалов, света и мебели. Здесь представлены самые смелые и неординарные дизайнерские решения. Например, из дерева можно сделать вот такую столешницу или настенные часы. В рамках «Казан Дизайн Вик» пройдут открытые лекции, семинары и мастер-классы от профессиональных дизайнеров России, ближнего и дальнего зарубежья. Завершится неделя дизайна 29 сентября. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.